А теперь коротко о других новостях. Ночная авария с велосипедистом. Трагедия произошла ночью на 100-м километре трассы М7 в Петушинском районе. По предварительным данным, 52-летний велосипедист двигался по трассе в сторону Владимира. Позади ехала грузовая машина. Водитель большегруза не увидел на дороге еще одного участника движения и совершил наезд. В результате аварии 52-летний мужчина скончался. Продают молочку с нарушениями. Роспотребнадзор проверил 52 торговые точки, где торгуют молочными продуктами. Проверяющие выявили 17 нарушений, связанных с неправильным размещением натуральной молочной продукции и продуктов с заменителем молочного жира. Отсутствовала специальная уведомляющая надпись. Напомним, с 1 июля молочную продукцию на полках должны расставлять таким образом, чтобы покупатели сразу понимали, где натуральные, а где заменители. В Петушинском районе заменят 15 километров дороги. Ремонт проведут на участке со 118 по 133 километр трассы М7. Как сообщает Упордор Москва, Нижний Новгород, ремонт связан с появлением колейности и трещин. Чтобы не причинить больших неудобств водителям, ремонтировать дорогу будут участками протяженностью в 2 километра. На время ремонта скорость транспорта ограничат до 50 км в час в ненаселенных пунктах и до 40 км в час в населенных пунктах. Завершить работу обещают в начале октября. В поддержку бездомных животных 17 августа в России День защиты бездомных животных. В связи с этим владимирские активисты организуют сбор кормов, наполнителей и лекарств для бездомных собак и кошек. Всего в городе будет 3 точки, на которые можно принести пожертвования. Так, 15 августа с утра и до 6 вечера подарки для животных будут принимать в университетах города, в ЛГУ, РАНХИКС и финансовом университете.